прошел ваш выходной? Надеюсь, очень позитивно. Hello, darkness, my old friend. У нас тоже. Все свободное время мы посвятили созданию этого выпуска. Все для вас. Вы должны быть в курсе всего. Итак, коротко о том, что будет в этом выпуске. Спортивное событие, подведение итогов и награждения, а также какой-то весенний день. Только это секрет. Смотрим на линейку. Помните строевую подготовку с прошлого выпуска? На линейке были подведены итоги. Цветов, милые подарки, много внимания и океан улыбок. Вам это о чем-нибудь говорит? Да, это 8 марта. В рамках движения «За мир» российские женщины отметили свой первый международный женский день около века тому назад. Сегодня этот праздник претерпел некие изменения, но суть осталась та же – день солидарности в борьбе за равные права. В честь этого был проведен концерт. Высоких, не стесняйтесь, не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Все слышали о спортивном ориентировании, но мало кто знает о лыжном. С распростертыми объятиями приняла наша школа иностранных гостей. Команда Румынии участвовала в чемпионате мира по лыжному ориентированию. Нашим ребятам посчастливилось пообщаться со спортсменами для обмена опытом. Are you nervous before the championship? A little bit, but actually it's my 7th world championships, so I have experience, so I'm not so nervous. Do you like our country and school? Yes, I really like Russia. It's the first time I'm in Krasnoyarsk, but it's nice here, and it was amazing this time here at the school. Thank you. So, what do you think? Is it important? What do you think? Isn't important to children to do some sports? Yes, of course. I think it's the most important to be out in the nature and move, and for a healthy life, it's the most important to be outside and do sports. And when at first you were fixated on the idea that you will be a professional sportsman? It's hard to say when I first thought of that. I grew up, as I said, with sports, so it came with the time. Okay, thank you. Welcome. Чемпионата мира по лыжному ориентированию. И мы с вами, нам выпала честь быть поддержкой этой команде. Вот и подошел к концу этот выпуск. Номер 10. Кстати, он же юбилейный. Спасибо, что были с нами. Уходя, гасите свет. Я же и не двигаюсь, да? 8 марта! А почему она такая стрёмная? Смотрите, вот линейка, а вот вы.
связь, чувствуете, да? Что говорить, я не знаю. Ja, normale, normale. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen. Keiner kämpft allein, wir gehen zusammen, nicht allein.